Сегодня мы приготовим коктейль. Это очень популярный коктейль, он называется джин-тоник. Единственное, что мы его немножко улучшим. Мы добавим в него огурец и апельсин. Все достаточно просто. Тебе понадобится бокал, возьми какой-нибудь самый красивый бокал, я буду использовать винный бокал. Нам понадобится джин, не имеет значения, какой джин ты будешь использовать. И нам понадобится Indian Tonic. Итак, для того, чтобы приготовить коктейль, нам нужно наполнить бокал льдом. Здесь стесняться не надо. Льда быть должно достаточно большое количество. Примерно половина стакана. Добавь 50 мл джина. Сверху нам нужно добавить 100 мл тоника. Ну и, конечно же, секретные ингредиенты. Это огурец. Нам понадобится 2 слайса. И апельсин. Апельсина нам нужно будет 1 слайс. Положи апельсин вовнутрь бокала. И огурец также отправляется вовнутрь бокала. Ложечкой все это перемешай. И наслаждайся.